это Пичура. Передача проникающая на Мартынова. А Пичура еще на скидке Мартынов. Что же делает Мартынов? 2-0 в пользу Минска. Тимофей Мартынов увеличивает преимущество горожан. Но сегодня все-таки... Ну и голы сегодня в исполнении Минска просто на заглядение. Давайте посмотрим. Вот она скидка. Первое движение и второе в дальний угол. Отправляет мяч Тимофей Мартынов. Бессилен Олег Ковалев. 2-0. 2-0. На падающем флажке первого тайма забивает Минск еще один мяч.